Михаил Лермонтов. «Умирающий гладиатор», читает Павел Беседин. «Ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканиями широкая арена, а он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит, во прахе и крови скользят его колена, и молит жалости напрасно мутный взор. Надменный временщик и льстец его, сенатор, венчают похвалой победу и позор. Что знатным и толпе сраженный гладиатор? Он презренный забыт, освистанный актер, и кровь его течет, последние мгновения мелькают, близок час. Вот луч воображения сверкнул в его душе, пред ним шумит Дунай, и родина цветет, свободный жизни край. Он видит круг семьи, оставленный для брани отца, простершего, немеющие длани, зовущего к себе опору дряхлых дней, детей играющих, возлюбленных детей. Все ждут его назад с добычею и славой. Напрасно! Жалкий раб! Он пал, как зверь лесной, бесчувственной толпы, минутною забавой. Прости, развратный Рим! Прости, о край родной! Не так ли ты, о, европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонися бесславной головою, измученной в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд? Игралище детей, осемейный, ликующий толпою, и пред кончиною ты взоры обратил с глубоким вздохом сожаления на юность светлую, исполненную сил, которую давно для язвы, просвещения, для гордой роскоши беспечно ты забыл. Стараясь заглушить последние страдания, ты жадно слушаешь и песни старины, и рыцарских времен волшебные предания, насмешливых льстецов, несбыточные сны.